Съезд молодежных правительств Дальневосточного федерального округа в этом году прошел в городе Благовещенске Амурской области, в котором также приняли участие ребята из молодежного правительства Камчатского края. Подобные съезды в регионах Дальнего Востока проводятся в 8-й раз, и их цель – это обмен опытом между субъектами, трансляция лучших практик и помощь в развитии молодежному правительству того региона, в котором организовано мероприятие. Благовещенский – очень молодое молодежное правительство, которое было создано в 2019 году. Программа съезда была рассчитана на 3 дня. Делегации познакомились с лучшими практиками работы молодежных правительств округа, проработали личные компетенции, а также изучили основы социального проектирования и разработали проекты. К примеру, участники съезда предложили проект по ранней профориентации школьников, направленный на осознанный выбор профессии детьми. Еще одна задумка была ориентирована на продвижение и поднятие престижа молодежного правительства Амурской области. Проектные команды были сборны из представителей различных регионов, что позволило проработать проекты с различных сторон и мнений. И в будущем эти проекты будут успешно реализованы и выдвинуты на грантовые конкурсы с последующей реализацией.